Продолжаем наш репортаж с Луна Диджорно стенда. Татьяна, рассказывай марку. Значит, бренд Луна Диджорно мы знаем уже 15 лет, если я не ошибаюсь. Там были сначала махровые халаты, очень красивые, которые все клиенты знают. И два сезона уже вот как бы дизайнер этой компании решила создать также коллекцию для дома и летом пляжную коллекцию. Самая основная, в общем-то, идея этого бренда – это создать удобную одежду, удобную, качественную одежду, в которой бы женщина чувствовала себя очень удобно и на работе, и в офисе, и дома, и на прогулке в городе. Ценовая многофункциональная? Политика. Многофункциональная, да. Например, ценовая политика – это костюм, джемпер и брюки. Надо показать. От 40... Вот этот, например, который мы видим на манекене, стоит 41 евро. Это костюм полностью, да? Полностью. Сейчас покажем. 41 евро, розница 80, порядка 6,5-7 тысяч рублей. Костюм. Из чего? Здесь смешанный состав. Шерсть и акрил. Шерсть, а полностью акрил. Из мериносовой шерсти самого дорогого и качественного производителя стоит 80 евро. Такой же костюм. Это максимальная цена костюма кашемир. Это вот такого плана. Это вот это? Да, это мериносовая шерсть. Меринос. Здесь пронумеровано каждое изделие. Потому что очень качественные производители, да? Этой шерсти, они просто нумеруют каждое изделие. И вот это цена этого изделия. Костюм. Этот стоит 90 евро. 90 евро максимальная цена костюма шерсти мериноса. Самая качественная шерсть, которая есть в Италии. Что еще здесь есть интересного? Также очень. Клетка. Очень понравилось нашим клиентам вот такой вариант туники с карманчиками. Угу. Вот можно носить брюки. В таком комплекте. Затем тоже вот такой. Однотонная. А это состав? Это тоже меринос. Меринос, да? Или меринос, как правильно? Так? Меринос. В Италии меринос. Вот также с хлопка комплект. Хлопковый. Цена значительно ниже? Ну, здесь тоже где-то 38 евро за комплект. 38 евро комплект. Эту марку тоже будем представлять. 6,5 в рознице тысяч рублей. Да, будем представлять также эту марку на выставке. Линджерии форум. Вот такие тоже очень красивые. Цвет пыльная роза. Тоже нравится. Спокойные, уравновешенные тона. Да, тоже с вышивкой. Вышивка внизу. То есть непростые, не упрощенные изделия, да? Также комплекты. Полиэстер. Да, это синтетический материал. Тоже такой комплект. Подходит по цветовой гамме и под все шерстяные вещи. То есть можно создавать комплекты. Вот это домашняя одежда. Ну, это хлопок уже видно. Да, это хлопок. И вот такие очень дизайнерские красивые решения. И горошек вечный. Да, горошек вечный, который тоже как бы с рисунка. Рисунок на ткани, который, в общем-то, тоже сложно будет. Кванта Коста. Сейчас мы спросим. Будет. 60 евро. 60 евро? Да. Вот это вот для меня шок. Почему 60 хлопок? Потому что очень
сложный рисунок, это же нанесение этого рисунка на ткань. Таня, все, что мы видели, было нормально, но это поразило. Это поразило свою. Конечно, ценой, ну да? 60 евро, если умножаем на 2,5, 150 евро хлопок в рознице, это финиш. Ну, зато какой, посмотрите, какой рисунок, это же не... этот рисунок создать вообще очень непросто на ткани. Пробовали все. Никто не смог вот. А что в нем такого перенести? Здесь вообще очень сложные технологии используются, так как и на махровых халатах вот эти рисунки, которые делает этот бренд Luna Di Giorno, это вообще как бы уникальная технология, которую никто не смог еще повторить в мире. Ну, это об этом просто. Надо будет подробнее, да. Да, и стоимость такого приблизительно мы не говорим. Если тоже 60 евро, то тоже проблематично будет. 48 евро. 48,96, 100 евро в рознице, ну вот считайте, 8600 рублей. Хорошо на растущем рынке, но если мы видели меринос абсолютно нормально, вот эта вот коллекция, шли-шли и дошли мы до хлопка по 100 евро. Да, но это же непростой с таким я рисунком, понимаю. Это же очень креативно и очень интересно. Ну, теперь это надо будет объяснить нашим владельцам розницы на выставке. Это ваша задача. Да. Убедить их по таким ценам, что это очень хороший товар. Да, однотонные вещи, они дешевле. Ну, однотонные дешевле. Здесь за счет рисунка, да? За счет рисунка. Хорошо. Все равно познавательно. Спасибо. Вам спасибо. Ну вот, будем приглашать вас, уважаемые зрители, на стенд Luna Di Giorno на выставке Ninja Reform. Приходите, пожалуйста, увидите изделия и по хорошим ценам, и по ценам пока не очень понятным, но вдруг ваши покупатели будут готовы платить за эти рисунки, за это ноу-хау. Приходите, пожалуйста. Таня будет вас будем встречать. Вас ждать. Спасибо.